Лошадь попала под колеса иномарки с дьявольскими номерами в Челябинске. От полученных травм животное скончалось. На этих кадрах лошадь бежит по оживленной улице. Видимо, сбежала от наездника. Автомобилисты ее объезжают. А на этом видео животное выбегает на перекресток улиц Молодогвардейцев и Университетская набережная. И попадает прямо под колеса Тойоты с номером 36. После столкновения лошадь перелетела через машину и упала на землю. Водитель не пострадал, а иномарке предстоит серьезный ремонт. У машины разбит капот, лобовое стекло и помята крыша. Впрочем, сотрудники ГИБДД нашли хозяина лошади. Наказание он не понесет, ведь никакого правонарушения с его стороны не было. И поскольку лошадь ОСАГО не имела, хозяин легковушки через суд в гражданском порядке будет добиваться возмещения ущерба. Следственный комитет возбудил уголовное дело на магнитогорского самокатчика, который сбил коляску с грудным ребенком. Новорожденная выпала из коляски и получила ссадину. Молодой человек наехал на коляску поздно вечером на бульваре «Огни магнитки». Девочка выпала из коляски и получила ссадины носа. Ей назначили амбулаторное лечение. В региональном СК сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Видимо, отвечать будет компания, которая сдала в аренду лихачу самокат. А в Челябинской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись два больших груза. Последствия аварии покажем в сюжете. Это последствия ДТП в Челябинской области. На 59-м километре на дороге западного города Челябинска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей. По данным ГИБДД, водитель на КАМАЗе не пропустил большегруз ФАВ. В результате произошло столкновение. Шофер второго многотонника погиб на месте происшествия. Это кадры с перекрестка улиц 1 Эльтонская и Трошутина. Судя по видео, машины поворачивают налево, но один из шоферов не пропустил легковушку, и та протаранила нарушителя. В результате ДТП травмы получила пассажирка отечественной легковушки. Он выехал на перекресток на красный сигнал светофора и протаранил легковушку. Это ДТП произошло поздней ночью на пересечении проспекта Ленина и улицы Энтузиастов. На камеру уличного видеонаблюдения попал момент столкновения. Судя по видео, две легковушки стоят на светофоре, ждут разрешающий сигнал. На зеленый свет они начали движение, но в одну из машин на большой скорости врезался лихач. Он ехал на красный. Все обстоятельства выясняются. Пытался быстрее повернуть, но столкнулся с фургоном. Эта авария произошла на перекрестке Комсомольского и Свердловского проспектов. Судя по кадрам, несколько машин поворачивают налево. Водитель на светлой легковушке хотел быстрее проехать перекресток, но столкнулся с фургоном. Ведь водитель «Газели» шел на разворот. Эта авария произошла на трассе Челябинск-Новосибирск. Водитель грузовика резко затормозил. Груз сместился вперед. Тем самым повредила топливные трубки. Ехать дальше водитель не смог. Полицейские приехали на место и помогли шоферу. Аккуратнее, там машина горит. На трассе М5 загорелась фура. Очевидцы говорят, что большегруз стал дымиться во время движения, а потом вспыхнул. В МЧС рассказали, что на место выехало две автоцистерны и 7 человек личного состава. К счастью, никто не пострадал.